Думаю, что я опять буду рассказывать, как мы снимаем обложку или моду, но нет. Сегодня у меня другая съемка. Сегодня я помогаю Дакоте создать ее новый стиль, ее новый образ. Мы делаем фотосессию для ее сайта, для прессы. Возможно, даже что-то пойдет на альбом. Мы создаем абсолютно разные образы. И первое, на что я сделала акцент, это мы поменяли прямые волосы на кудри. Получилось, мне кажется, модно, интересно и ново для нее. Здравствуйте, ну что, как вам? Я мега супер счастлива, всегда об этом мечтала, и вот наконец дождалась, так что я в раю. Всем привет, с вами Дакота, мы сейчас находимся на моей фотосессии. Моя первая серьезная фотосессия для моего, скажем, нового проекта, обновленного, поэтому я очень волнуюсь, хотя уже нет, но сначала очень волновалась. Как вы видите, мой образ слегка изменился, бабушка, не смотри. И вот мы, в общем, как-то прекрасно сегодня провели время в команде с самыми лучшими, замечательными людьми, которые меня фотографировали, красили, одевали, причесывали, поднимали настроение и любили меня, а я их. Вот, мне хорошо.